Всем привет, друзья! Это обзор 217 главы. Да, я опоздал с выпуском старых глав. Но что поделаешь, я не могу не закидывать предыдущие главы. Сейчас у меня немало проблем, но благодаря вам их становится все меньше. Огромное спасибо донатерам Белуга, Пиксрис и Илье. Если вы хотите задать мне вопрос и тем самым еще и задонатить, ссылка будет в описании в закрепленном комментарии. Как это сделать? Переходите по ссылке, задаете мне вопрос, а затем пишите сумму, которую вы хотели меня поддержать. Нажимайте на «Отправить» и все. Я получаю ваш вопрос вместе с донатом, а я вам отвечаю и благодарю за поддержку. Я бы не стал обо всем этом вам говорить, если бы я получал от Ютуба хоть какой-то доход. Но вы моя последняя поддержка и надежда. Огромное вам спасибо. Что ж, а сейчас давайте перейдем к самому обзору. Эта глава начинается с очень милой и крутой обложки. Далее мы видим, как черносперми не отстает от Сайтамы вместе с бродягой. Они доходят до нового дома Сайтамы, где их встречает система защиты от монстров, которую создал Стальной Рыцарь, как и сам весь штаб, который, кстати говоря, заселяют не только героев АЕС-класса, но и богатеньких людей, которые ищут себе безопасное от монстров место. Так вот, Сайтама быстро справляется с роботами, а затем, как ни в чем не бывало, идет дальше. Сотрудники штаба прибыли на место, и Сайтама чуть ли не рассказал все, как было. Но как только они начали недоумевать и говорить, что эти роботы стоили миллиарды, Сайтама резко передумал все рассказать и соврал, сказав, что они просто сами взорвались. А поддержал его ложь самый сильнейший человек на Земле, Кинг. Сайтама говорит ему, что нашел его приставку, но, к сожалению, она сломалась. А Кинг отвечает, что он просто решил навестить его и вместе сыграть в новую игру. В это время герои А-класса наблюдали за ними. И они были в шоке от того, что какой-то малоизвестный герой разговаривает с Кингом, будто они кенты. И они подозревают что-то неладное. И в следующих главах они как раз будут в этом разбираться. На этом 217 глава заканчивается. Друзья, обзоры до 220 главы не будут подробными и длинными, так как мне нужно поскорее догнать Вана и Мурату. Надеюсь, вы поймете меня. И да, прошу вас, если вы меня слушаете, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, если не подписаны. Этим вы очень меня поддержите. Дело в том, что меня долгое время не было. И сейчас мои новые видео набирают очень мало просмотров. Видео, которое я закинул неделю назад, не набрало даже 10 тысяч просмотров. Это учитывая, что у меня сейчас 96 тысяч подписчиков. Это очень мало. И дело в том, что не все ставят лайки. И видео не попадает в рекомендации. Что ж, последние главы мне очень понравились. Потому что они один в один срисованы с вебки Вана. Что, как я уже миллион раз говорил, не может меня не радовать. Завтра я закину озвучку этой главы. Так что обязательно жмите на колокольчик, чтобы получить уведомления, как только я закину видео. Огромное всем спасибо за поддержку. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока!